Какой удачный кадр. Та-дам! Неплохо так, да? Наверное, надо по центру звук выключить, да? Я понял. Я видела, где он там находится. Тут не хватает подсветки только. Я ей сделаю, пожалуйста. Вот смотри, она на белой плитке, она будет так красиво отражаться. Конечно. В общем, что, всем привет. Мы повесили телек. Если кому-то интересно видос, мы его распаковывали, вешали. Есть на новом канале. На новом канале заходите смотреть, только он уже не новый, он уже старый. На другом если нашем Сережа, канале. Если Сережа не забудет, он оставит ссылочку на основной канал на это видео. Да. А мы сейчас будем пить чай. Пришел Костя в гости. Времени уже 3:30, а мы еще дома никуда не выходили. Пришла посылка, сейчас пойдем купим сосисок. И будем сегодня, походу, дома сидеть. Нам цветок пересадить надо. Мне это не интересует. Ты будешь сама заниматься этим. Да, сейчас. Пересаживай. Он большой, будешь сама. Что хочешь и кого хочешь. Делай, пожалуйста, чаек, наливай. Пошлите, пока ничего не позакрывалось. А то только что была тревога. Ты стали. Все, люблю, целую, жду вас в комнате. Ага. Но вот это класс. Смотрите, какой он красивый, как он висит, как он здесь смотрится. Та ты шо. Да, стой. Звук топ, качество топ. Та ты шо. Я доволен. Свалил. Все, мы идем посылкой. А че люди в курточках ходят? Ну, делать им нечего. Ты знаешь. Они не хотят болеть. Они не хотят дома, они не хотят больничный. Во, я угадал. Это, блин, а я хочу. Mm. Нет, я не хочу. Я же не на работе. Ага. Вообще, что-то кто-то обещал дождик, а его нет. Ну и хорошо, пускай просыхает на дачу. Может быть, завтра на дачу поедем. Хотя, знаете, самое интересное, у нас сегодня прям холодно-холодно. Завтра такая еще же холоднее. Погода. И послезавтра такая же погода. То есть на 3 дня. И послезавтра ночью плюс 1. На 3 дня очень холодно. И смысл в том, что надо бы поехать на дачу. Ну, как бы прогревать дачу. Нет, это нет. Смотри, какое желтое дерево. Просто сейчас очень холодная погода и бессмысленно заходить туда и греть дачу. Все. Вернее, не бессмысленно, со смыслом. Но только это очень дорого и долго. И, короче, ну, бред сумасшедшего. Такое так себе. Это такие... Ну, Таня на пешеходном. Чувствую. Лакшери. Пустите погреться. Да, да, сейчас должно быть. О, я же говорю. 55-50. Все, на выход. Я же говорю, я угадал. Я походу, отдай мне вес, пожалуйста. А ну. Что? А ты на меня смотришь и говоришь? А я знаю, что. Да понятно, ты знаешь. Что-то резиновое, вибрирующее. Да? Прошу, пана. Что тут вкусненького есть, а? 120 гривен, это же один еще зеленый. О, яблоки не надо домой? Да Тёма, что в последнее время яблоки не хочет, переел он их. А ты будешь? Как он мог переесть, если они в последний раз то зимой были у нас дома? Ну мы за лето их покупали пару раз. Он их не переел, он просто не нашел дома. Передай дальше. Только так делать не надо. Чё? Ну ты же знаешь, что там посылки. Ну, конечно. Там вот посылки. Так делать не надо. Ага. Знает, что там посылки. Ну, конечно, никто ничего не знает. Кроме тебя. Да-да-да. Ты что, богатая? Да, видишь. Ты салат хочешь с огурцов и помидоров? Сейчас я тебе скажу. Ну, не знаю. Мучает меня сомнение, Зай. Хочу ли я? Я ж не буду килограмм брать. Два. А ты мне что предлагаешь? По один. Ну, можешь взять помидорчик и огурчик один. Мне хватит. Тут только чего пакетик стоит. 90 копеек. Бери штучек 5. Больших. Это они же или нет? Ну, вроде Golden написано. А ну. Да, хрустит. Бери вот таких, да, штучек 5. И я хочу грушку. Не игрушку, а грушку. Грушу, хорошо. Вот эту я хочу. Грушу. Раньше у нас с деревьев ходили, здесь и срывали, а сейчас их продают.
Ты бери такой, да, бери такой, вот смотри, какой красивый. Так я ж на его и взяла сразу. Так, а что ты мне воду варишь? Бери его и пошли. Красиво, красиво выглядит. Идем. Что ты взяла? На, передай другому. А кто это нести будет? Мы же без машины вообще-то. Так в смысле, а я же не машина? А, понял, прости. Ага. О, это когда будет? А можно узнать, когда это будет взять? Чей что, масла нет дома? Mm-mm. Понятно. Бери. Оно по скидкам? Да. Может, два надо взять? Сейчас в комментариях напишут, масло надо брать, минимум 82. Да, у нас нет таких денег. Мы раньше брали сумеш. А что это за 42 гривны? Рослинно молочную. Может, оно со скидками типа? 57% жирности. О, нет. Все, до свидания. Это вам спать. Какой? Ты какие тогда брал? Я ну, не здесь брал. Отлично. И как раз еще по скидкам, да? Как раз по две карты. Надеюсь, просроченные. Идеально. Согласен. Поехали. Тут ничего нема вкусного. Пошли. Рыба есть. Рыба. Зая. И пишут, еще и в туалет надо было один телек повесить, и был бы признак богатства. О-о-о! Зая, завтра идем покупаем телек в туалет. Вот я предлагал в коридор сегодня. Понял? Телек на кухне – это признак богатства. Ай-яй-яй, а ничего, что у всех моих знакомых уже лет 10 назад он там висел, или 20? И 50 лет назад у каждого был телек на кухне. Я далеко? А так близко. Игрушка, которая растет в воде. Напиши, ой, посмотри, что там написано. Первый рядок. Игрушка, взрастающая в яйце. Тут таких игрушек много, зай. Смотри, какой классный. Классный, только вот таких игрушек много. А, да? Кто-то не донес просто. Я пошел. Тёма себе хотел ее, а ты купляешь себе. Фонарик. Не, вообще прикольная тема. Руки качать. Есть другой вариант. Лучше Костя спросить. Костя, а чем можно руки накачать? Пускай мне каждый в личке сообщение пишет, я отвечу. Что, не надо такая штука? Как она сложится? Да. Я увидела уже. Лампа аккумуляторная. А, посмотри, надо, не надо такая? 800 миллиампер аккумулятор. Мало? Я не знаю. А сколько она стоит? Смотри, без понятия. Ой. Ну, неплохо светит, я бы сказала. Смотри. И не считай того, что тут светло. Для нас актуально. Зай. Смотри, какая штука. Какая? А, да. У тебя на кухне она лежит. Заряжается сейчас. Да. Да, да, да. Ладно, где ты ее взяла? Просто вот там, возле кружек она была. Пошлите отсюда. Пошлите, я кушать хочу. Ча, ча, ча. Маленький. Вау. А смысл с ним? Не знаю. Ты меч согнул. Вау. А, это вот эти, я думала эти. Ну, поехали. Ну и как тебе на улице, зайка, в новых штанах? Плохо. А в теплой они кофте? Они припадают пыль и вымазываются. А, ну повернись. Как круто да сочетается я все. Я полчаса на видео хожу, а только... Я все равно напишу, что слишком дорого. Зай, остановись, пожалуйста. Для чего? Вот, я должна вот так идти. Так иди, обгоняй меня. А, класс. Я когда тебя снимаю, я все делаю. Сам такой. Пишу. Ой, куда блин, мы... Зай, слышишь, оно реально тебе идет, оно
такое светло-темное. Да, оно необычное, яркое, круто. Посмотри на всех остальных. Если бы оно мне не шло, я бы его не покупал. Понятно. Вот поэтому без пешеходного бегом на ту сторону. Что в посылке? Признавайся. Я уже соскучился за едой. Сейчас будет. Во, какая нам штука пришла. А что это? Что это? На что это похоже? Ты знаешь, что это? Проектор. Ты пальчиками там не трогай. За линзу? Прикольно. Да, за линзу нельзя трогать. Давайте ее испытаем. Конечно, мы сейчас испытаем ее, Тём. Конечно, мы ее испытаем. Прикиньте, что нам пришло. Мы испытаем. Так ты что? Пленочку снять надо. Распаковка. Больно он фокус на расстоянии делается. Давайте еще что-нибудь сейчас оставим. HDMI, USB. Это, наверное, не знаю для чего, там микрофон или инфракрасное, это включение, это и наушники. А, в нем еще и Bluetooth есть, в нем можно колонку подключать. Как ты шо? Wi-Fi, Bluetooth, с интернетом. Это, я так понимаю, подключение дай-ка через телефон? А? Через телефон? Я не знаю, наверное, дай поставим на колонку. Что у нас есть здесь? Ультра HD. Вау. Ну, короче, супер качественное Full HD. Просто оно пишет, что здесь 4К, ну, навряд ли. Я пошел испытывать. Я думаю, что просто здесь будет реально очень хороший Full HD-шка. Пап, я пошел испытывать. Но... Подожди, Тём. Изначально для чего это было куплено? Это было куплено для дачи. Да. Поняли, что мы говорили? Для дачи. Никакого телека не надо. Взял, вот, пожалуйста, захотел на второй этаж, понес с собой, да. Поставил его, включил, без проблем. Так же самое можно... Да все, что хочешь. Да. К нему можно комп подключать. В смысле? Вау. В смысле? HDMI. Короче, берешь с собой ноут. Да. На ноуте все есть. Подключил его на проектор и проектируешься на это. Зачем нам на ноуте, если все есть, если у нас есть интернет на даче? А эта штука с интернетом. Беговошку подключил, смотри. Давайте ее испытаем. Потому что 17. Давайте ее испытаем. Я хочу кушать, мы покушаем. Включим ее и посмотрим. Да, я... Чем она не похожа на известный бренд, а? Ну да. Смешно, да? Я же расплакалась, когда мы ее доставали. Так, пульт аэромыш. А у меня ай. Там нету. У тебя даже за 10 тысяч телека нету аэромыша. А на этом пульте есть он. И смотрите, какой тут провод. Че на том телеке не могли так какой, сделать? Какой провод. Ага, правильно. Тут что продумали. Давайте перекусим. Ага. Да, Тёмочка, да. Давайте сейчас перекусим, то включим его, посмотрим, что он такое, да? Согласна. А стенка есть? Вот. Взяли. Я думаю, здесь 85 до 100 дюймов развернется. Угу. Если будет расстояние. Ну, по крайней мере, вот такое развернется здесь точно. И сейчас мы увидим, насколько здесь качественно. Потому что я же, знаете, как противно выбирал здесь. Ну да. Я выбирал его. Я хотел другой. А когда увидел вот этот, офигел. Да, ты что? А я хотел квадратный там такой покупать. А, я помню, ты показывал. Ну, не купил квадратный на второй этаж. Зачем? Не знаю. А вы были? HD, USB, Ultra HD. Что у нас здесь еще написано? Ничего. Ничего. Как вот это понимаю, коротко. Коротко и ясно. Вот проектор, USB и этот... HD, AMI. HDMI, все. Надо ничего лишнего писать. И на харьковском языке, и на английском есть инструкция. Идеально. Смотрите. Да? Нормально? Так что здесь все положено. Супер! Пошла я хавать, давать. Угу. Еда. Ням-ням. Правда, картошки по чуть-чуть получилось. Что ж теперь делать, то что это картошки получилось по чуть-чуть? Да это нормально. Приятного аппетита, а то уже хочется включить, хочется вот тоже. Понятно. Да. Сейчас как раз потемнеет и будет лучше. Буду не на шиле. Все, приятно. Можно? Все, давай. Да. Сказать, что я в шоке, ничего не могу сказать. Ага. Вы понимаете? Оно. Надо поднастроить чуть-чуть. Во. А ну, Тём, где ты там? Идешь? Да смотри. Классно. Да я попробую. Тёмочка, вау.
И это на каких-то непонятных обоях включено. Я в шоке, товарищи, насколько классная штука. Ага, да. Тёма, что ты делаешь? Не нажимай, да? Нажми для 2К. Видите, в 4К включили. Давай, 2К ниже. Давай, тогда включай. А почему 2К? М? А почему 2К? Во. Да что-то как будто интернет не хотел прогружать. А. Смотрите. Звук. Включи звук, зайчик. Неплохо, да? Позови Костя! Он заснул там или что? Иди позови демона. Константин, вылазь! Я в шоке. Мы тут кино смотрим. О, нормально. Ничего себе. Идеально. Ну и ваше видео какое-то прикольное. Я же говорю, сказать, что я в шоке, это мягко сказано. А, ты решила отдохнуть, да? И это на каких-то обоях. А если поднять на чистый белый потолок, Зай, настрой. 2К. Это 2К качество, что ж. 60 кадров, 2К. Это очень красиво. Технологии. Чувак, это дешевле от оригинала в 20 раз. Нормально, да? Зачем нужен телевизор? Я же говорю, прикинь, неплохо, я бы сказал бы, да? А, поставь там, чтобы ровненько было. То, смотрите, какое качество. Во. Как будто в кинотеатре. Подключаешь сюда хорошие колонки. Здесь можно подключить, что Bluetooth колонку, что через штекер здесь выход наушников есть. Даже на руке натянут. И звук хороший. Да, нормальный звук. Да, ладно, выключайте, это что-то ночью, сейчас это, назад возвращай там или что-то делай. Где? О, фух. Давай. Неплохо. Да. Я жару за свои деньги, это вообще... Я сейчас дам, господи, подожди. Офигенная штука. Только там еще какие-то настройки есть, всякие, там яркости, неяркости, там да. Углы всякие, там куча всего. Слушай, а угол не адаптируется? Да, есть. Только, походу, я не понял, сам или не сам, короче, понял? Ну, просто, смотри. Я в шоке. Это очень красиво. За такие деньги. Ну да. Так что, на дачу телевизор на 5 с плюсом. И не надо оставлять, там, за что-то переживать, что там... Да, забрал с собой в коробку и поехал. На зиму, что телевизор там оставлять на зиму, ему хана просто будет. Ну да. Ага. А вот забрал с собой и поехал. Прекрасно. Едешь, например, куда-то в Киев, номер снять, там нет телека. С собой взял. Взял и все, и я смотри. Я снимала телека. Ой, божечки, сколько тут всего. И клавиатура, шо, контроллер разрешений, менеджер сетей. Ну, Android, пожалуйста, скачивай, поиграть можешь. Что там есть Aero мышка? А? Aero мышка. Да, только она... Она не Aero, но мышка есть. Она есть, но она не такая прям Aero. Вот видишь, вот нажал. А. Не, просто держать надо. Не поводишь, понял? Угу. Но все равно она есть. Она есть. Я хочу попробовать подключиться. Удачи. Он с блютузом и всем остальным. Можно подключать. Да, я честно в шоке. Ну все, блютуз. Как навигатор используется. Да. Почему блютуз? Я хочу подключить. Не надо, Артемочка, погодите. Дай сейчас попробую. Дайте мой телефон, сейчас включим. А где твой телефон? А, понял. Тема, где папин телефон? Костя не успел, и Тёма не дал. Класса, стали двое, и никто не подал. Тёма, папин телефон. Костя, я ушёл, не заметил. Ну то помощники, спасибо. Сейчас попробую что-нибудь через Bluetooth. Если так получится отсюда вас сделать. Так, Bluetooth. Сейчас мы попробуем его настроить. Что у нас здесь есть? Тёма, уже успел подключиться. Нет, он на S22 Ultra есть. Спаривание написано. Установить сопряжение. Все, я установил. Да? Да. Так, подключили. А ты не мог еще темнее видео включить? Вон тут есть яркость. А звук? Яркость только в телефоне. А, звук анима, да. Он картинку передает, на том спасибо. Я в шоке. Ну, то есть, транслируй телефон свой. А, это то, что ночью снимали. Да, это то, что ночью снимал, но оно там поярче будет.
А включи там где-то на мосике там ездили. Есть видео с мосиком? Сейчас посмотрю. Ну вот, пожалуйста, грубо говоря, тадам. Все готово. Ой, я там был. Там и фотки есть, и все, что хочешь. В Костином телефоне одни мы. Его искать надо. Во, например. Ну через твой телефон рывками он так и на телек передается. Так это же через Wi-Fi. Ну, ты понял, так что чтобы ничего не думали. Но все равно, смотри. Вау. Качество. Через проектор и через Wi-Fi. Нормально, это... Ну что за водяные знаки? Это обои. Это обои, да. Круто, да? Можно я подключу? Это реально круто. Идеально. Можно, считайте... Я же говорю, ноутбук он подключил. И транслируй себе, включай все, что хочешь, через HDMI майку. Играй, монтируй. Короче, что хочешь, то и делай. Монтируй. Да. Удобненько. Знаете, куда мы идем? Пока уехали с наших местов, нам позвонили, придите, переставьте свои машины. Потому что, во-первых, каштаны все поопадали полностью. Там все чистенько, сухо. Да. И сейчас мы едем переставлять, идем, вернее, переставлять машины на наши места. Вы видите, в чем я одета? Там 9 градусов тепла. Классно, идеально. Все, Дема, отойди. Все, вырубай, пошлите. Вот так. Слушай, все равно смотрится прикольно. Так, на, соната через 3 минуты заглохла. У тебя есть 2 минуты. Не, я не поеду. Открыть и завести. Ну. Как ярко. Твои глазки. А соната, да, прогрета. А тебе ключи не надо, не? Идеально. И сзади даже есть место, куда заехать. Ай, там... Правда, лужа. Ну и так тоже хорошо. Во, на свое законное место. Давай, выезжай. Свои места. Да. А, слышишь? А. Тут, а я, тут. Ага. Этот вышел только что, открыл дверь, я говорю тебе, нормалёк, ставлю передачу, пишу передачу. У него же, если открыл дверь, сразу передача ставится на парковку. А, да, да. Все, все. Можно глушить и идти, правильно? Она нормально прогрелась. Пишите, закройте двери. Закройте двери, значит. А, еще пару минут поработать. Не хватит. У меня нет привычки глушить машину, когда запустилась, сразу глушить. Потом в моторах собирается конденсат. Если завел, то уже езжай, пока не прогреется полностью. Да. Ага. О, чай. Тетя Нина чай. Чай. Мы сейчас придем, будем пить. Ага. Чай. Наши места, наконец-то. Да. Вот теперь. Наконец-то они вместе. Лапин и Лапин. Это наконец-то они вместе. Так, да. Стоять. Что? Ты говорила, там будет 20, и ты собралась на дачу потом ехать? А ты что такое? Ты ничего не забыла, что она соната сделала? Хотя она, смотрите, как по дверке видно, как блестит, отражается все. Ухоженная машина. Эй, смотри, чисто зеркало, Зай. Да, я вижу. Она даже не так блестит, а, Санта-Фешка же после дождя забыл. Видишь? Машина, зеркало. Правильный уход за машиной. И она еще не в воске.
Воск давно с нее стерся. Да, ничего себе, что-то там и мороженое, и эти. Точно все с хорошо с головой? Это мне, это тебе. Ну, молодец, конечно. А что такое? Не, ничего, все хорошо. Кого? Хорошая девочка, мама. Внимание, кого? Я, ладно, я мы, короче, себе перекусить. Сейчас там. Первая помола в этом сезоне. Я попробовала. Не очень. Вообще. Я тебе сейчас дам. Относи его спать. А, помогите. Помогите, мне тащат. Ага, если бы еще ноги не заплетались, удобно. Чтобы было легче. Мои ноги. Всем привет. Всем кого? Не очень топовая погода. О, бежит уже, встречает. Исо, привет. Топо. Как оно? Как оно, ничего? Погода могла бы быть лучше. Привезем сегодня что-нибудь, привезем. А, если Таня не забывает. Здрасте, здрасте. Бегом в машину. А, я уже туда иду. Капец, холодрыга на улице. Да. Что? Есть такое. Ага. Неудачненько вчера стали. Не мы, а сосед. А! Рядышком. С той стороны. Кривовато стал. Ничего страшного. Переставим. Да. А, да, желательно. А где вся машина? Нема. Все по работам? Ага. В машине хорошо, тепло сидеть. Сам трактор даже мыли только что. Это намек на то, что нам тоже надо помыться. Понятно. И там же написано было, что будет дождь на следующие дни. Я перед тем, как домой ехать, туда не заехал, не сполоснул водой, как всегда делать. Дождяра будет, это все бессмысленно. Ага. Не, он как бы был. Ну как бы был. Вот они все машины, я поняла. Они вот сюда, в желтое метро едут. 100%. Холодно уже на улице тусоваться. Да, внутри где-то сидеть. Мы пойдем туда? Там просто, блин, так хотели на дачу поехать. Мы проснулись, бабушка звонит. Джесси там, пошла костюм заказывать на заказ, именно пошьют. Собачки. Говорит, на улице такая холодрыга, так холодно. То есть, представляете, что в даче? Да там, ну, смысла нету сегодня туда. Ветер и холод. А, надо делать хотя бы вот эту всякую внутрянку успеть бы. Ну вот на днях будет чуть-чуть лучше. Поедем, доделаем. Да, и санат еще воском надо натереть. Угу. На зиму. Сделаем. Угу. Ну, почти пусто. Все, супер, сейчас полоснем и поедем дальше. Все чистенько, отмыто, красотища. Ага. Как-то она слишком белая. Свежо сегодня на улице, да? Прям максимально. В общем, все круто. Как она? Вода теплая. Ага. Теплая была, да? Да, чуть-чуть теплая. Понял. Все, ладно, поехали. Поехали. Пора уже январе-то выставить такое. С наступившим Новым годом. Я знаю, что надо. Шампунь. Тебе? Тебе. А что, у того все, что у меня осталось? Куда надевается? Здорово. Да. Покажи Сереже на лицо. Да я ж только же показывала. А, нюхни кокос один. Теоретически. Голову не стоит мыть, не? Вот, хозяйственное мыло. Вот. О, глисты. Да, глисты, да. А есть функция кто-то, латте? Кто-то уже сколько лет хочет такую домой? Не, домой я хочу то, что за 20 тысяч. Есть кипяточек или вода очень? А на дачу можно такую. Бери ту, что делает только латте. Грюндель это делает? Ну, а где посмотреть, что оно делает? Дополнительные возможности. Вот тебе. Дополнительные возможности. О, тут оно переверни. Наверное, не делает. Тут нету отсека для молока. Поэтому не делает. Угу. А вот это должна делать. Вон, видишь, эта да, штучка? Да, млеко там есть. На дачу для кости. Мишки? Мишки гами. Ну так возьми.
Это дорого. Так возьми. Любят что-то делать вверх ногами, да? Только что на 500 гривен. Вот я смотрела на него, я не знаю, что это. Не знаю. Незнакомая упаковка, страшно. Тут еще есть. Это тут и шоколадные, цветные, такой с шоколадом. Трубочки. Я не знаю. А зачем мы это вообще смотрим? Домой грызть. Не, я домой не хочу. Ну только дача. Домой это вот это. Ложи. Оно вкусно. Веду я сейчас до побачення. Ложи, пока не видит. Будешь такое кушать? Да. Уговорила, я буду. Нет, это не оно. Тут такого нету. Понял, я знаю, куда надо заехать. Ты имени себе? Да. Молодец. А сейчас что-то возьмем еще дома, приготовим вкусненькое. Шо? Не знаю, сейчас пошли смотреть. Может, мяско стейков пожарить? Ну, что-то типа того, я думала. Просто я на днях вспомнила, что ты смотрел ребрышки. О-о-о. Это идеально. Ну, поэтому я сейчас осмысливаю, что с чем сделать. Ты меня решила сырки обновить? Ну, да. А что тут с сыром не так? Чё он весь один такой? А можно, пожалуйста, лопатку? Лопатку? Да. Это такой не сильно жирный кусочек выбрать, небольшой. Да ладно. Уже? Один. Уже? Интересно, какие они. Чего ты как грустный? Не знаю. Потому что дорогая, походу. Я там нашел гранат. Не надо. Какую? Не световую? Знаю. Да. Не надо. Они хорошие? Понятия не имею, в том-то и проблема. Сейчас покажу, сейчас просмотрим, вспомним, как это выбирать гранату. Ты что? Ты решила пробовать это? Только в корзину не ложи, она рухнет. Посмотрим, что с этого. Неси ее в руках. Неси ее в руках, в корзину ложи, она сейчас. Сколько она стоит одна? 33. Ну ладно. Пошли. Готов. Ты хочешь сказать, типа, выкинь, это мой дом. Ну да, в смысле. Ты сам сказал. Ну да. Зачем я взял вторую палочку, потому что за ней заплатил, да? Ты сейчас скажешь, что делаешь планету чище. Да, возьми пластиковую крышку. Большую, к тому же. О! Две. Две большие. Спасибо. Отодвинуть. Придвинуть. Придвинуть и нажать. Положить сюда и расколотить. Очень много движений. За, я Костю нашла. Да то не важно. Да это не важно. Вот это важно. Спасибо. Это прикольно. Ну так он няшный. На дачу такую. Вот это, да. Она меня и привлекла сюда внимание. А ну, держи, падает. А, их две одинаковых такие, да? Да. Блин, красиво. В коридор, зай. В коридор? В коридор. Не, в коридор надо что-то более квадратное. Мое лицо. А такой, как ты держишь, как раз надо в коридор. Вот такую? Машину. Там как раз эти самые обои такие, чтобы под машину, под вот эту, будут круто. Видишь, она уже сколько же стоит. А ну, Тань, лови. Лови. Ой. Да, она там смотрелась бы. С теми обоями вот это было бы круто. Санта-Фе напечатать и повесить. Так напечатай. Что там написано? Блин, Татьяна. А, мне привиделась Элантра. Элантра, ну да, Элантра. Тебе подходит. О, пошли. Сейчас получишь. В баню. Ну, так, конечно. Что ты хочешь? Вон, тоненький. Слышишь? Я похож на соседа? Да. Идем. Каски такие же.
классно. Там кофемашина сейчас будет. Нет, там, наверное, инструмент полагается. А, нет, это всего лишь кусок пластмассы. Качественный. А, ну только на одно место становится, только вот тут. Вот так это же хорошо. Подождите, это еще не все. Что это? А, это оно так этот? А, это и все? Так ты... По бокам вот тут можно еще открыть, по-моему. Да. Нет, нет, это ручки. Это ручки просто так. Чего? А ты его подними. Нет, спасибо, до свидания. Это сложно. За такие деньги я должен с ящиком инструментов, заполнен инструментом я должен был быть. А ты видел, сколько инструментов? Во, смотри. О, соседский чемоданчик. Вализа для инструмента. Ой, ложись. Все плохо. Вализа для чогось іншого. Кто разумеет, то и разумеет. Бери тот, который этот, если я не видел. Угу. Он будет еще... А, и тот, и тот? Не, один бери. О, смотри, какой он прикольный. Необычный, да? Мне нравится. А пересаживать его потом в какую землю? Не имею ни малейшего понятия. Алло? Ехал? Вау. Я когда-то такое себе куплю. Никого не могу. Так, все, теперь Таня будет с этим, с цветочком и с наждачкой. Наждачка и цветочек. А я с едой. А ты с едой. Да. Богатый, да, он с едой. Куда солнце? Не знаю, но это красиво. Все, у нас тенек. Ты заметил, реально небо стало более чистым? Да-да. Но завтра температура же такая же самая, на даче не получится, а или получится, я не знаю. Ездить на дачу это дорого. То есть обогреваться там дорого. Через пару дней получится на дачу. Ты еще болеть собираешься? Нет. Слава богу. Значит, мы сами поедем. С одного машина. С одного магазина вышли, в другой зашли. Дай ему за зефирком. Если они есть. Добудьте мне, пожалуйста, пару перчинок. Вот этих. Перец острый. Вот этот сморщенный? Нет, спасибо. Старый перец. Не надо, Old Spice мне не нужен. Ну, отлично, пару перчинок и пойдет. Зай, ты посмотри, что здесь появилось. Передынька за 130 гривен, смотри, какая красивая. Да. Только она в таком состоянии плачевном, пошли дальше. Есть, да? Не уверен, попробуй. Ну, он типа есть, да. Но не, скорее всего, не прям сейчас сделанный, да? У меня есть свой разнос теперь. Ты Костя подарил разнос, Таня. Можно забрать эту бумажку? Она улетит. Да сунь ее куда-то. Ну, можно и туда, да. Согласен. Выпустите. Какие двери неудобные? Неудобные двери. Не открываются больше, да? Не открываются. Отлично. Положишь его туда назад или взад. Неважно. Я чуть багажник не открыл, слышал. Зачем? Короче, у нас появилась большая упаковка чая, думаю. Да. Идеально. Это дедушка Костя подарил. Без проблем вообще. 90 чайных пакетиков. 90? Да. 90 раз чай попьем. Это нормально. Это домой, кстати, возьми, положи. Спасибо. Все, можно ехать. С тебя сегодня вкусняшка. Да, сейчас придем, буду готовить. Первая, вторая, третья, пятая, в газ в пол. До следующего светофора. Все. Я с Мариной просто поговорила. Что она хотела? Гости ждет. А я ей говорю, маршрутки ходят. Ну, а она говорит, если получится, то маршрутка придет личным транспортом в субботу. Ненадолго. Маршрутка личным транспортом? Да, ну, знакомый папа будет ехать сюда, чтобы она с малым и с коляской. А-а-а. На денечек. А я-то подумал. И туда, назад. Каже, я вас завтра в гости жду. Говорю, ага. Любой каприз за ваш бензин. Согласна. Короче, ладно, там уже разберемся. Все, мы с фикусом едем домой. Чем? С фикусом. С Костей, говорю, домой едем. Спасибо, что хоть не бурьян. Видишь, ты амброзия, на которую аллергия. Ну, слава богу. Там кто-то фонарик включил?
Пошли платить за стоянку и кормить собак. Барабаки, веди. А где барабаки? Ну это неправильно посчитал. Да сейчас решим. На тут 440. Хорошо, не вопрос. Иди сюда. Во, Таня обещала. Ням-ням. Да. О, то кусище какой, да? Ника, ты где? На. О. На. Вот где то там я Борька? А где Борисыч? Где-то здесь его. Боря! Свалил. Ну, свалил, да свалил. Боря. Так, тут у меня немного творческий беспорядок. Что мы делаем? Это будет картошка в духовке. Сейчас надо мясо пожарить. Это я уже порезала, помыла, покрошила. Лук туда же. А что мне сделать надо? А майонезом сейчас и специями заправить картошку, и мясо пожарить. Сковородка! Она убежала от меня. Так. Лия. Так. Что за лакшери? В смысле? Смотри, видишь, картошка, лук, сверху будет это мясо, дорого. Будет картошка. Ты же знаешь, жить нынче дорого. Ну, мне нравится, как смотрится чай с этим, с телеком здесь. И с цветочком? Да-да-да, Тём. Ага, и цветочек там, кстати. Реально маленькое деревце похоже, да? Угу. В тему, да, в тему. Так. Тёма съездил у меня луковицу. Вот такую, кусочек. И что, съел? Просто взял, съел. Красава. Молодец. Это полезно. Тёма, захотел пельменей. Говорит, у меня есть свои деньги. Я пошел за пельменями. Сходил за пельменями, пришел. Сам сварил их. Сам себе насыпал. И пошел есть. Молодец. В общем, Таня решила сделать тушеные картошки. Хотя у ребенка день рождения. Не тушеные. На дня. Запеченные. Запеченные. Да и без разницы, одно и то же. Что там картошка, что там мясо, одно и то же. Как нравится, так и называть. Да? Да ну не, тушеная же она другая по вкусу. И сверху картофаном, и все. Да? Ну сейчас еще чуть-чуть мешка сюда. Еще! Все готово, осталось только ждать. Да. Ой. Что-то тут тепло у тебя, однако. Да что случилось? Потому что мне сюда надо. Тут тепло очень. Горячо. Горячо. А что ты делаешь? Насыпаю. Уже так? Ну кипит. Ну ладно, насыпай. Так тебе тоже не пешка накипит. Хорошо. А я сегодня мог бы на даче шашлык кушать. Не мог, потому что там холодно. Согласен. Покушаешь на днях. Днях поедем по-любому. Часа в 4 утра. Да? Да. Или ты хотел еще раньше? Можем еще раньше. Поехали, выезжаем сейчас. Давай. Как раз доедем до того момента, пока там будет тепло, да? Угу. Все, давай кушать. Че, смачного. Цветочек надо сегодня еще пересадить. Сейчас пересадишь. Угу. Зая, да. Принеси цветок. Только цветы кидали, чтобы не потеряли.
Ну, короче, занимайтесь. Буду сейчас пересаживать цветок. Сам такой. Свяжи. Так, что мне надо? Мне нужно вот это. Сделать вот так и оставить всех в кустах. Так, как же ж мне говорили, так тебя можно пока мести назад. Что говорили делать? Взять дренаж и высыпать вниз. Есть. Дренажа у меня получилось вот столько. Простите, не показала. Утрамбовать ее сказали. Дальше. О. Надо взять цветок и обтрусить его от той перевозочной земли. Потом сунуть сюда и засыпать нормальной землей. Все, цветочек сделан, все готово, пересажен. Да, я достаточно? А я достаточно там земли насыпала? Кому надо, тот увидит. Уже темно на улице, поздно. Короче, ладно, ребята, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Умничка. Большое спасибо всем, что были с нами, и всем пока. Всем пока.